Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Этим древним пасхальным приветствием мы и сейчас возвещаем нашу веру. Веру в воскресение Христова как главное чудо Бога, как главное дело Христа, которым Он спас нас от смерти. Этими словами мы возвещаем жизнь, жизнь, которая для человека и для которой был сотворен человек. И в эти светлые пасхальные дни от всего сердца искренне желаю вам здравия, мира, крепкой веры, тепла и радости в ваши сердца. Пусть всемилостивый Господь укрепляет вас на вашем пути к спасению, на вашем пути ко Христу, к радости, к жизни, к истине, к тому самому ценному, что всех нас объединяет, каждого человека. Ведь в эти дни слова о воскресении Христа звучат по всей земле, духовно соединяя самых разных людей, разных национальностей, живущих в самых разных городах и весях. И все мы объединены не какой-то заботой, а великой радостью о том, что человек освобожден Богом и сотворенным для вечной жизни. Христос воскресе, дорогие мои, с праздником Светлой Пасхи, свет вам, любви и добра. Поздравляю вас искренне с этим великим праздником.